Привет, друзья! Вы на канале интернет-магазина Милана, меня зовут Михаил. Сегодня у нас очень интересная куртка, и наконец-то я добрался до обзора вот этой курточки, которую мы получили. Patrol называется. Это куртка из серии Cannonball, вот, американский бренд, но сделан это из кожи буйвола, она такая тертая, винтажная. Очень интересная модель, редкая достаточно, нечастая к заказу, эксклюзивная модель. Но мы получили всю серию от Эльки до 3XL. Так что вот тороплюсь вам снять, рассказать о ней подробности. Значит, повторюсь. Нет, извините, я перейду вначале вам вступление. Во-первых, сайт наш для новых зрителей. Сайт наш называется milana163.ru. Под видео вот название нашего сайта и на бесплатный номер телефона. Если какие-то вопросы, звоните, переходите на наш сайт. Также, если вы хотите заказать эту курточку, нажимаете на описание, высыпаются ссылочки, можно перейти на наш сайт и посмотреть актуальные цены, фото и там описание. Там же можно сделать заказ. Друзья, и с вас лайк и подписка. И в комментариях обязательно пишите. Хоть что-то напишите, желательно приятное. Желательно. Вот. Так что, друзья, вот, перейду к курточке. Это кожа буйвола. Очень сложное в изготовлении. Это черный цвет. Как она изготавливается, эта кожа? Внизу светлый грунт. Светлый, такой бежевый. Наносится не очень стойкий черный краситель. И вот оббивает ее, вытирает, и она вот такая винтажности не придается. Она такая слегка поцарапана. Это специально в барабанах оббивают с мечами, там всякими предметами, чтобы вот так состарить ее. Очень при этом эффект такой интересный. Ну, очень модная куртка. Вот это именно вот в этом цвете, в этом стиле она прям топово смотрится. Здесь тиснение. Вот такое на этом. И вытертая с названием скорость 50, вот, и на спине здесь шилдик, и на спине очень интересно сделано, тоже это методом тиснения, горячим тиснением делается, вот, вот такая надпись, Motor Club, Speedway, вот, ну, Patrol называется модель, вот, ну, я потом вам близко покажу, и вы там сможете все перевести, прочитать. Вот, ну, на Индиана, это вот, где гонки проходили. Ну, короче, прикольная модель, историю почитайте на сайте. Причем она с демисезонным вариантом. Здесь, смотрите, воротничок из овчины. Овчина такая керли, скрученная овчина. Вот, то есть она таким, как мелкий барашек. Вот, и съемный. Ее можно отстегнуть, воротничок съемный. Вот, подстежечка у нее есть также. Она съемная, с утеплением. Здесь шерстяная. И в рукавах тоже эта подстежка вставляется в рукава. Вот, видите, она идет. То есть подстежечка и рукава тоже утеплены. И все это как же, как прям, как курточка снимается. Вот так вот. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот она. Отстегивается, рукава вынимаются вот так вот. Как бы не упал, рукава вынимаются, и все, и прям можно весной и осенью носить, и в мае, и зимой. Здесь два наружных кармана на молнии, то есть закрывается по полностью, и смотрите, как вот интересно сделано, интересное решение. Молния полностью закрыта кожей, я потом вам покажу поближе, то есть внахлёст, и прям молнии практически не видно. Не видно ее здесь, то есть когда застегиваешь, видите, ее практически не видно, я потом поближе покажу. И здесь тоже, спереди, тоже смотрите, какое решение. Вы когда ее носите, видите, тоже фактически молнии не видно. Два вытертых края, и она прям вот два края кожи под лицо, и молния полностью скрыта. Это защищает от ветра. Дополнительно, здесь нету ветрозащитной планки, но ветрозащитная планочка как бы задумана, вот, защита от ветра, это вот таким образом. Вот, чтобы сквозь молнии не продувал. Здесь закрытая молния прикрывается кожей. Ну, такое решение. Здесь имитация под пояс. Ну, конечно же, это декоративная. Вот. Низ реально можно отрегулировать. То есть можно затянуть, если вдруг вам она узковата или тесновата, можно расширить, либо затянуть. У кого-то бедра узкие. Сзади крылья.
Вот, если, если там, допустим, что в плечах не тянуло, руками двигаете, здесь очень комфортно в спине. Но фишка, конечно, вот эта вытертая, такой штамп, очень интересно смотрится. Мне прям очень нравится. Здесь усиленная часть, низ сделан. Ну, очень приятная куртка. Вся фишка в коже, то что она тертая. Вот, карманы удобные, глубокие, видите, вся ладонь. Ткань специальная, очень приятная, знаете, бывает ткань непонятная, а это прям вот берешь ее, такая, как бархатистая какая-то у нее, ну, очень приятная, прям руку приятно в кармане держать. Бархат там какой-то такой, как она бархатная, немножко плотная. Внутри кармашек сбоку вот с этой стороны, на, без молнии, и под молнией кармашек тоже вот здесь вот потайной сделан. Здесь он какая-то, кнопочки запасные. Вот, под подстежкой. Да, вот здесь так вот она выполнена. Ну все, да. И под подстежку вот еще один карман. Для довольно крупный тоже. Для большого телефона вполне. На молнии. И под кнопочкой там. Под зипом можно там. Или вот. Вот такая вот есть. Под ручку. Вот. Вот такие. Вот такая куртка. Давайте-ка я ее одену. Посмотрите, как она смотрится. В зимнем варианте. Потом сниму подстежечку, сниму воротничок. Посмотрите, как в осеннем варианте она смотрится. Лаконичная модель. Вот она здесь очень лаконичная. Ничего лишнего нету, никаких карманов. Фишка со спины. То есть, казалось бы, идешь, простая курточка, поворачиваешься спиной. И все рот открывают. Ничего себе. Понимаете, контраст. Абсолютно лаконичный перед и сзади такая прям крутая вещь. То есть смотрится сочетание такое необычное. Бывает вся, знаете, такая же, бывает там вся в нашивочках, куртка там. А это вот, вот так она смотрится. Такая длина у нее. Задницу чуть-чуть прикрывает. А вот на мне размер L. Вот у меня рост 1,70 м, вес где-то 1,82 кг. Чтобы вы понимали. Вот. На меня даже М-ка будет нормально. Если плотно, то М-чка. Ну, вот это мне больше нравится. Во-первых, свитерок можно пододеть. Вот, смотрите, руками сдвигаешь, видите, крылышки расходятся. Возвращаешь, она очень комфортна. И здесь молния, видите, она полностью прикрыта. Когда носишь, вот она, молния полностью закрыта. Такими лепестками. Чуть помялась, поэтому они как-то расходятся немного. Ну, это больше такое декоративное решение. Сейчас воротничок сниму, покажу, как без воротника смотрится. Сейчас минуту прям быстренько я его отстегну. Потому что иногда люди говорят, не нужен мне воротник ваш. Ну, не нужен и не нужен. Он на молнии, кстати. Давайте я вот так вот отстегну. Он на молнии крепится, на кнопочках и на молнии. Сейчас мы его отстегнем. Вот так вот. Опа. Давай, красавец. Уходи. Вот. Все, сюда мы его повесим. Ну вот. Сейчас посмотрите, как он выглядит. Ну вот. Опа. Ну вот такая курточка. Вот она. И подстежку не буду снимать. Ну, потому что она на размер не влияет. Вернее, на внешний вид. Patrol Black. Классная куртка. Вот, здесь абсолютно лаконичная, спокойная модель, и сзади топ. Девушки на вас оборачиваться будут, когда будете идти. Вот такие дела. А, кстати, вот, здесь, не сказал, здесь регулируется манжетик, когда ветер, можно подтянуть немножечко за, вот так вот, поуже сделать, когда поддувает или холодно, ветер дует, допустим. На байке кто-то едет, чтобы не задувало, здесь поуже делается. Прям все, чтобы сюда не поддувало. И, кстати, на подстежке резиночка такая есть. Покажу. Вот, друзья, вот такой вот Patrol Black курточка. Немного. Вот такая она выглядит со спины. Я надеюсь, видно хорошо. Изнутри. Потом все поближе, сейчас я вам все покажу. Кожа тертая, кожа мягкая. Вот смотрите, я ее беру. Вот, очень. Но надо понимать, что она тертая. Со временем она будет расцветать. То есть вы ее носите, она подтирается, причем на каждом человеке. Прошу прощения. Опа!
На каждом человеке она носится по-своему и вытирается по-особому. Вот. Соответственно, как есть даже такое выражение, куртка с годами расцветает. То есть у нее получается потертости. К примеру, где-то зацепилась и не нравится вам какая-то потертость. Покупаете черный краситель, обычный вот для кожи. Прям розолем брызнули, все это потертость уходит, как новая. То есть она такая взаимообновляемая. Просто это проверено, это элементарно. Производитель об этом говорил. Прям это потертость уходит прям за 5 минут. Самому ни на каких не надо. Прям с расстояния 20 сантиметров, хоп, она опять выравнивается, и потертости становятся не такие выраженные. К примеру, если это будет раздражать. Также в комплекте идет вот такой вот. Вот это такая упаковочка в стиле милитари. Вот, для перевозок. Она как чемоданчик. Вот так вот можно. Ручки есть здесь. Застегнули и вот так вот вы как несете. Ну, это как аксессуар. В комплекте идет. Иногда бывает не доезжает. Вот, но, как правило, все приходит. Сейчас вам покажу, друзья, поближе текстуру кожи. Камеру приблизим, чтобы все рассмотрели. Ну, вроде все рассказал. Основное. Ну, а главного еще не напомнил вам, друзья мои. С вас лайк, подписка. В комментариях пишите обязательно. Все, что понравилось. Какие-то вопросы. Как сделать заказ? Вот еще отступление. Люди, знаете, там, вот в интернете, ну, как я закажу, там, привезут. Непонятно что. У нас оплата после примерки. Кладете куртку в корзину. Переходите на сайт по ссылке, кладете куртку в корзину, заходите в оформление заказа, там табличка появится. Помимо контактных данных, туда вносите свои мерки, чтобы нам правильно определить размер. Рост, вес, объем груди, объем живота, объем бедер. Рулеточка себе оборачиваете и записываете в заказ. Все, отправляете мне на заказ, я получаю, вижу ваши мерки, вижу, какая куртка понравилась. Вместе с вами, связываюсь, говорю, да, все ок. По груди смотрю, отлично сядет, все, допустим, все, вопросов нет. Или смотрю, она будет странно выглядеть. К примеру, у вас животик или плечи очень широкие. Смотрю, в плечах будет узковато, тут широковато. Откажу, иногда отказываем. Смотрим, говорю, извините, это не ваша модель. Поэтому прежде чем отправить, мы все с вами свяжемся, все изучим. Если у нас у самих будет уверенность, что она вам сядет нормально, в этом случае мы вам ее отправляем в ваш город, курьерской компании СДЭК, и приглашаем на примерку. Приходите в пункт выдачи, померили, нравится — купили, не нравится — не купили. Да единственное, что доставочка. Ну, это не наши деньги, там доставочку какую-то там небольшую символическую сумму придется заплатить. Но это упаковка, отправка, вот эти мелочи. Вот. Так что, друзья, вот так вот. Покупки у нас прозрачные. Да, по коже скажу. Вот такие курточки, хочу сказать, носятся очень долго из кожи буйвола. Они не дешевые, но носят их по 15, по 20 лет. Реально неубиваемые. Мы даже видео снимали, рассказывали, я не устаю повторять. Мужчина 20 лет назад покупал авиатор, пришел же в ней. И у нас прям ролик есть. И я снял его, как сколько после 20 лет носки, как эта куртка выглядит. И он купил, ну, полицию, правда, немножко другую. И она за 20 лет выглядеть стала так красиво, она так вытерлась прикольно, вообще классная модель. Так что это реальный срок службы, реальный. Скорее всего, она даже надоест, он говорит, ну вот 20 лет, 15 лет относил, в гараж отдал, отнес, и еще там тружусь, когда надо что-то сделать, она все живая. Но так вот, они так долго живут, их ее порвать невозможно. Ладно, все, сейчас покажу поближе вам текстуру кожи, все-все-все поближе и... Посмотрите. Друзья, вот как обещал вам курточка Patrol Black. Поближе вам покажу. Видите, вот тертая кожа. Знаете, как интересно сделано. Вот такая вот. Видите, внизу светлый грунт просматривается сквозь потертость. И сверху черный краситель. Такой специально не очень стойкий. Так вот она выглядит. Опа! Вот, здесь регулируется, сфокусируюсь сейчас. Вот так вот. Все, шилдик такой.
лаконичная модель. Воротничок, вот он и отстегнутый. Подстежечку, вот так я ее чуть расстегнул. Кармашки. Мех керли, видите, скрученная овчина. Опа, давай фокусируйся. Вот так вот. Сейчас я вам прям максимально приближу, чтобы вы посмотрели. Сейчас переключится на камеру, на более близкую. Вот так вот. Давай, давай, красавица, снимай. Вот. Такая тертая кожа. Чтобы вы понимали, как она выглядит. Рукав регулируется. Ну вот, вроде все показал. А, спину. Ёлки-палки, самую красоту. Спину-то самую красоту. Вот она, видите, тиснением тоже тертая кожа на спине. Давайте отъеду. Вот так вот. Вот она. Вот она вот так вот выглядит. Низ усилен. Регулировочка. Я надеюсь, все вам. Крылышки сзади сейчас покажу. Вот видите, они, когда одеваешь, вот так вот тянется. Вот раскрывается и потом назад возвращается. Вот они заложены, складки специальные. Очень необычно. Ну что, Диана. Спидвей. Скорость. Дианаполис. Райстрек. Вот. Могли прочитать все. Ну все, друзья, лайк, подписка. В комментариях пишите все, что интересно. С удовольствием отвечу. Хотите заказать заранее, друзья? Все едет вообще ужасно долго из Европы. Это прям целая история. Ой, что такое прилипло тут у нас? Это целая история получить товар. То есть все заранее делайте. Хотите получить, заранее делайте заказ. Потому что позвонили, вот решил купить, а в итоге размера нет. Но если даже нет размера, можно на заказ. Но это тоже надо ждать. 4 недели, а то и дольше. Вот, так что пока есть наличие, пожалуйста, заказывайте. Вот, телефон внизу экрана. Название сайта внизу экрана. milana163.ru. Хотите узнать актуальную цену, нажимаете на описание, прямо под видео. Переходите на наш сайт, там ссылочка будет. Переходите на сайт и делайте там заказ. Посмотрите более подробные фотографии, там же можно сделать заказ. Все, друзья, на этом прощаюсь вас. Все, спасибо, до свидания.